Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шашлык, и мы продолжаем играть Need for Speed Most Wanted. Так, ну давайте будем проходить гонки этого уровня. Я тут на эту Тойотку поставил тормоза, единственный апгрейд, который был доступен на нее. Машинка мне очень нравится, вы сейчас увидите, как она с места рвет. Я по городу по ней поездил, ни одной гонки не проходил, естественно. Просто так, чтобы адаптироваться, чтобы не сильно фейлить на записи. То есть, может, я, конечно, и буду фейлить, я буквально 5 минут поиграл без записи, поставил единственный апгрейд, который был дополнительный, тормоза второго уровня, и все. Ну, вы видите, да, она по скорости даже вот, ну, заметно, и по ускорению она все-таки быстрее, нежели наш Гольф, поэтому я, скорее всего, его буду продавать. Хотя, может, и не буду. Деньги на самом деле есть, денег много. Единственное, мне вот что кажется, то, что у нее устойчивость плохая. Вот по устойчивости она, ну, то есть ее болтает как-то так довольно-таки серьезно. Ляп лобовое. Куда обгоняете с двух сторон? Так нечестно, обгоняйте с одной стороны. Че сразу с двух обгонять? Ну, вообще, на самом деле, на такой машине особого труда не составляет выиграть, я так думаю, ну, по ощущениям. То есть, реально, я сейчас ощущаю перевес в скорости, в ускорении, то есть, она рвет у нас повеселее, чем у соперников. Управляемости, конечно, не знаю, они, конечно, едут зачастую как утюг, вот, но... перед финишем нас обогнать пытаются. А, ну это только финиш первого круга, так что... Ё-моё, я чуть в стену не впилился. Ну, все равно круг мы заканчиваем на первом месте. Но нас тут же обходит Audi TT. Венс на ней едет. Audi TT, мне эта машина на самом деле не понравилась по характеристикам в Need for Speed. Конечно, в реале я бы поездил на Audi TT. Но я на ней никогда не ездил. В реале видел, конечно, как другие ездят. Классно им, наверное. Вот. Ну, Need for Speed Audi TT, вот видите, тут явный фаворит среди соперников, конечно же. Ой-ой-ой, как вот сейчас плохо получилось. То есть вы видели, я, получается, впилился в него, Audi TT его объехала. Ну, сейчас, мы вот видите, все равно мы объезжаем ее. То есть у нас преимущество по скорости все-таки хорошее. Тут, конечно, снесли этот блокпост просто на ухнарь. Огромный отрыв у нас от Робертсон, да, там на третьем месте сейчас, или как-то так чувака зовут. Вот, не знаю. А, не огромный, они там вдвоем идут, мне показалось. Да что ж ты будешь делать, толстый? Блин! Кстати, наберите на ютубе этот самый, ну, видео, блин, толстый, или как-то так, такое. Там чувак едет, катается в Need for Speed и постоянно в грузовик врезается. По-моему, как раз оно по Most Wanted. Я, может быть, если найду, кину ссылку. Я помню, я угорал над этим видосом еще года 4, наверное, назад. Вот. Тогда как раз Most Wanted еще актуален был, поэтому, в принципе, круто. Так, ладно, в этой гонке мы побеждаем без особых проблем. Ну как, с проблемами, но эти проблемы основаны в первую очередь на моих косяках. Вот. Одной тачки мало, а ну-ка, интересно. Скоро копы начнут узнавать твою тачку в лицо, поэтому ездить всегда на одной неприкольно. Если у тебя их несколько, ты паркуешь в надежном месте ту, что засветил, и выезжаешь на другой. Через некоторое время про первую подзабудут, опять поменяешься. Это не говоря о том, что если попался и лишился колес, то запасная тачка нужна как воздух. Только помни, что кошелек не бездонный, покупай с умом, а станет туго продаж. Блин, ну вы это все понятно. Так, у них там сообщение код 6. Это типа мы сейчас опять всех преследуем. Так, погнали. Погнали следующую гонку. Тип гонки секундомер. Я думаю, нам будет легко проехать секундомер без соперников. 50 секунд дают на первый отличный старт. Замечательно. Вот, на первый этап дают 50 секунд. 4 отсечки здесь. Может быть, менты, если подключатся, будет прикольней.
Вот. Ну, у нас тачка вообще не засвечена абсолютно. Первый уровень 255. Мне интересно, сколько я на ней максимум. На гольфе я, по-моему, 270 выжимал, да? Или 280. Вот я не помню насчет 280, но 270 точно было. Вот. Сколько выжить может эта Toyota? Ну, по результату он лучше, чем у гольфа. 13 секунд. Там у нас обычно было 9 секунд было. Здесь у нас 13 бонусных секунд. То есть отличный результат. Вторая отсечка, кстати, недалеко от первой находится. Уже скоро. Так что сейчас мы проедем и вторую отсечку. Вот, менты на карте сейчас подключатся. Нет? Блин. Уехали менты. А может, они на второй отсечке нас ждать будут? Да, так оно и есть. Он нас ждал. О, с ментами гонка так-то поприкольней. Так, 15 секунд бонусного времени мы сделали. Это тоже хорошо. То есть мы улучшили даже свой результат, несмотря на мои небольшие ошибки. Ну, в принципе, только потому, что они небольшие, мы и улучшили результат. Блин, как здесь дорога виляет. Тут всякие эти срезки. Можно ехать по пересеченной местности, можно ехать по дороге. Я все-таки предпочитаю ехать по дороге. И мы еще улучшаем результат, уже 18 секунд. Последняя отсечка. Минуту нам с небольшим дают на доезд до этой отсечки. Думаю, справимся. Единственное, что нам потом придется отрываться от полиции. Хотя, возможно, за минуту я оторвусь от них и так. По ходу езды. По ходу трассы почему тяжело отрываться? Потому что не имеешь возможности ехать туда, куда едешь, куда хочешь. Ты вынужден ехать всегда как бы по маршруту трассы. А это и крутые повороты, и ну, какие-то кольца, петли. Вот, то есть не всегда получается ехать оптимальным образом, чтобы уехать от полиции. Так что, ну, тут у нас 20 секунд. Вот мы уже, вот она, отсечка финишная. Сколько денег дают? Сколько дали денег? 3000 дали денег, отлично. Ну, а теперь поехали уходить от ментов. Кстати говоря, вот тут нам можно за компанию выполнить какие-нибудь и квесты. Я не пойму, что первый квест значит. Что там? 8 машин надо затаранить полицейских. Давайте погоняем, раз уж они прицепились. Ну, одна засчитана, отлично. Одна засчитана. Так. Стоямба! Я же хочу погонять. Куда ты уехала? Или уехать от погони, я уж прям не знаю. Ваши приметы записаны. Вам не уйти. Давайте добровольно. Прижмитесь к обочине. Обнаружен объект. Свидетель наблюдал, как он ехал на север. Мимо приюта. Оцепление в радиусе 10 кварталов от точки. Вызов код. Не знаю, сейчас нам дадут какой-нибудь квест или нет. Подробности на экране. Сейчас посмотрим в этом, в списке. Привет, пешеход, это Razer. Не ограбит тебя. Ты в курсе, что цыпочка по имени Мия? Слушай, какое дело? Ты в курсе, что цыпочка по имени Мия делает на тебя огромные бабки? И не делится. И не делится. Между прочим, на нее дело заведено. Ее пасут, точно говорю. Я бы держался от нее подальше. Так, общий рейтинг у нас теперь 140 тысяч. От ментов мы ушли. Давайте посмотрим, мы какие-нибудь пари выполнили или нет. Да, мы выполнили. Оторвитесь от погони менее чем за 3 минуты. Вот, то есть гоняться за тобой не менее 4 минут, а затем оторвитесь и 8. Вот эти два мы потом выполним. Ну, как вы понимаете, одновременно нельзя. То есть по одному квесту нам нужно меньше, чем за 3 минуты оторваться, а по второму нам нужно больше 4 минут гоняться с ними. То есть их нельзя было одновременно выполнить, поэтому я так и сделал. Ладно, как обычно, я, пожалуй, поеду сначала гонки пройду, а потом уже поеду гоняться с ментами. Давайте еще один тип гонки секундомер проедем. Вот, я думаю, у нас получится. Вот для меня на самом деле в Most Wanted потом пойдут такие типы гонок, как дрифт. И вот я дрифтую крайне плохо. И вот там мне будет, конечно, очень тяжело.
Ну, то есть там я буду фейлить очень часто и много. Интересно, а в дуэлях дрифты тоже будут? Блин, здесь такие всякие срезок. Ну, 13 секунд в итоге мы делаем. Господи, дорога проходит по каким-то, я не знаю, через какие-то подворотни. Кто так трассу прокладывал? Они что, издевались специально? Так, проложили так трассу по всяким подворотням, по всяким фиг пойми вообще где. Фиг пойми где и фиг пойми зачем они ее тут проложили. Так, ладненько, ладненько, ладненько. Ладненько, ладненько, ладненько. Вон я уже вижу на карте первую отсечку. Это значит, что мы идем по графику, ну, 15 секунд где-то, да? Да, 15 с половиной секунд у нас есть. Следующая отсечка 32 секунды далее. А это значит, что 15 секунд реально, и 15 секунд это как бы наше бонусное время. Вот, то есть реально мы должны до нее доехать за 15 секунд, но мы уже фиг успеем. Вот это сложная отсечка. Да, тут мы потеряли немножко. Вот уже 13 секунд. И это я еще все нитро потратил. И теперь большая отсечка, минута 15 на ее достижение дается. Ну, кстати, на больших отсечках я всегда больше делаю бонусного времени, так что, думаю, должны справиться нормально. Так, ну что ж, будем смотреть. Залетаем в поворот. Вот, пам-пам-пам, залетели в поворот, ужасно залетели, еще и в бочки врезались. И это на самом деле сейчас может стоить нам... Ну, я не думаю, что мы 15 секунд прямо здесь потеряли, да? Но секунд 5 мы тут, а может даже и 7, мы тут на самом деле потеряли. Ладно, сейчас нагоним 90%, 27 секунд. Ну да, определенно мы укладываемся. Да, вон я уже вижу финишную отсечку. И поэтому залетаем сюда просто на неимоверных скоростях. Ляпс. 194 в итоге. Фигня вообще. Так, отлично. Погнали в гараж. Погнали в гараж. Давайте смотреть следующий список. Следующий список. Это радар. Точнее, это не радар, это тип гонки истребитель. Вы помните, что это такое? То есть тут не столько важно первым приехать, сколько важно показать хорошее время на радарах. И вот первый радар сразу же со старта, поэтому я не могу позволить кому-то опередить меня. Ну, скорость у меня тут 207, и мы в лобовое сталкиваемся. У нас на 15, на 21 километр мы лучше проехали, чем кто-либо. Вот, то есть отлично. А где радар? Радара больше нет, пока на экране там появлялся. Да, ну, вы помните, что здесь первым тоже нужно приехать, потому что если ты пропускаешь сильно далеко соперника, у тебя отнимают твои очки, которые ты набрал, даже если ты быстрее всех проносился под радарами. Так что можно, конечно, приехать там не первым, вторым, но не сильно отпускать соперника, потому что их отнимают там не так, что там между первым и вторым 10 очков, там за третье место 20. Их отнимают вот именно за время, то есть если, ну, там каждую там секунду, две, я не знаю, отнимают по 10 очков, вот, и это, конечно, трабла большая, так что лучше ехать первым и особо не париться, тогда у вас точно все будет ништяк. .188 я на этой отсечке дал. Ну, по времени мы идем вообще, у нас чуть ли не 100 километров уже преимущество. Вот, то есть, отлично, отлично идем. И, а, не, не 100, 50, ну, 50, это тоже много. Вот. Так что нормально. А по расстоянию, видите, вот мы хоть так хорошо выжимаем, но у нас на хвосте тип сидит. То есть, это значит, что у него средняя скорость-то получше нашей. Ну, и ошибки он не совершает, в отличие от нас. То есть, видите... Так, выстраиваемся на отсечку и выжимаем 201. То есть я, видите, нитро прожимаю только на отсечках этих. И это мне позволяет делать
делать. Ну вот сейчас уже 100 километров, ну 99 у нас была разница, да, 824 у нас, 725 у них. Это очень большая, очень большой отрыв. Так, и здесь, наверное, нужно, да, ляп, 220 мы выжили. Ну то есть, Тойотка очень резвая, и 1044, да, в итоге 101 километр преимущества у нас относительно ближайшего нашего конкурента. Ну как, давай, все, иди нафиг. Мия там, мне вообще по барабану. То есть сюжет НФСа, вот этот, который в текстовом виде пишется, мне абсолютно не интересен. А вот он и Drag Racing первый. Drag Racing — это хорошо, я единственное не помню, как передачи переключаются. Но это прикольно. На дрэге главное вовремя переключать передачи. Следи за цветом индикатора. Видишь зеленый — жми. Видишь, тут такие скорости, что рулить просто некогда. Но это и не нужно. Захочешь перестроиться — слегка поверни, и твоя машина сама займет нужный ряд. Если ты вдруг отстал, примени впрыск закиси азота. Вырвавшись вперед, постарайся не расслабляться. Смотри в оба, чтобы тебя никто не обогнал. Drag Racing. Ну, первый Drag Racing, я думаю, будет... Тут, кстати, вот очень важно... Эй, а как передачу переключать? Двигатель сдох. Блин, я... Сейчас я посмотрю, я что-то думал на А переключать передачу. Сейчас я зайдем в настройки, посмотрим быстренько управление. Газ, тормоз, ручной тормоз, Space, закись азота, Alt. Передача вниз, Control. А, Shift. Все, я думал на А. У меня в какой-то игре... Так, сейчас пойдемте в гараж. Сейчас еще раз перезапустим эту гонку. Погнали, Drag Racing, давай, заряжаем. Ща, все будет. Тормоз тут нам абсолютно не нужен. Ай! Вот у нас... А мы уже на шестой так едем. Куда нам? Нам выше уже некуда. Ну вот, легко побеждаем. Скорость 248 всего лишь на Drag Racing. Это мало, конечно. Это мало. Так, ладно. Вот, кстати, на Drag Racing можно мерить максимальную скорость. Очень удобно. Так, давайте посмотрим, что тут еще есть. Спринт. Спринт. Ну, давайте проедем этот спринт. Спринт я на самом деле люблю. Нифига себе, отличный старт, а Audi TT со старта рвет круче, чем мы. Несмотря на то, что у нас как бы типа отличный старт. Ха, я могу в ручном режиме переключать передачи, я сейчас это делал. То есть не в автоматическом, а как бы... То есть у меня коробка не автомат, а как он... Типтроник, что ли, называется такая. Как бы и автоматическая есть, и можно и руками переключать. Это прикольно. Так, ладно, это спринт. А что такое спринт, вы помните? Спринт — это значит, нужно занимать только первые места. Ну, в смысле, один круг, как бы, получается, да, и нужно приехать только первым. Вот, но мы тут удачно, кстати, завернули. Единственное, что в Need for Speed Most Wanted мне нравится, то что тут нет никакого там out of track, как было во Flatout, то есть нельзя вылететь с трассы. Трасса ограничена, это плюс. Конечно, это убивает некий реализм гонки, да, мы все-таки по городу едем, и тут каждый вправе выбирать, как ехать, а тут какие-то эти стрелочки из какого-то, я не знаю, пуленепробиваемого стекла стоят, с которыми ничего не сделаешь абсолютно. О, вот такие крутые повороты, еще одна фича Need for Speed Most Wanted. Ох, как мы в него идеально вошли, в этот крутой поворот. Я просто в шоке. Ну, потом такие повороты будут почаще встречаться нам. Вот, ну, сейчас я, конечно, очень ужасно в него вошел. Ладно, 60% трассы позади, мы едем первыми, 90 метров у нас отрыва.
Фрэнсис нас догоняет. Я подозреваю, именно он сейчас едет на Audi TT. Вот, я так думаю. К9 на последнем месте, а на 3... Ну, там очень большой отрыв уже от К9, 600 метров. Что-то там с ним случилось. Видимо, чувак в аварию попал. Вот так, в занос Тойотка сильно не падает, даже если вы там цепляетесь. Вот. Ну, в то же время дрифтануть на ней, вот вы сейчас видели, тоже можно. Так, 93%, вот он, выход на финишную прямую. Поэтому выравниваем машину и погнали на финиш. К победе. К победе! Все, это победа. Это победа, замечательно. Замечательно, погнали в гараж. Получается, все гонки мы уже прошли, да? А, нет, не все. Остался один спринт на этом этапе. И потом надо будет с полицией разобраться. Ладно, думаю, это все мы сделаем уже в следующем выпуске. Но этот выпуск мы на этом закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получите удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.